Велодорожки, комплексное озеленение, места для барбекю, детские площадки, удобные скамейки и современное освещение. Так будет выглядеть набережная через 3 года. Компания-застройщик жилого комплекса «Речной» разрабатывает план по благоустройству территории возле канала имени Москвы. Протяженность набережной больше 500 метров. Новая зона отдыха будет доступна не только жителям близлежащих домов, но и всем химчанам. Здесь будет предусмотрена небольшая плавательная зона, места отдыха для взрослого населения. Это что-то типа барбекю и детские площадки. Все работы финансирует застройщик. Сейчас компания разрабатывает проект. К благоустройству набережной приступят уже в этом году. Все работы планируют завершить к 2022-му.